Костя, давай отойди в сторону машинку. Да я пролезу, нормально. Да. Мне надо отодвинуть, отодвинуть. Вон мелкий, что искал этот? Что мне забрал этот? Значит, Костя, это же гриль вон. Ну откинем машинку-то. Да не надо, не надо, пролезу. Ну давайте. Ну-ка, достань. Вот откинули. Какие должны сфотографировать, а? Нет, снимали, скорее всего. Да. Одна вот так лежала, а другая вот так сидела вот здесь, да, и туда упала головой. Вот так вот. Она одетая все полностью, не раздетая. Ничего, понимаете? И говорят, пожар начался вот с этой части, да, вот с той. Вон там стенок оттуда, вон там все загорелось. Здесь, видите, здесь ничего нету. Здесь не горело ничего. Вот дверь только обгорела. Собака не пострадала, не сгорела ничего. Они даже не погорели. Они не погорели, они все в копоти. От жара, блин. Вот здесь лежала. Говорю, одна главная сидела, одета полностью. И сигаретка вот здесь вот так, лежала в ней, не прикуренная. Чисто сигарета. Она сидит вот так, лежит и все. Так она могла бы выскочить-то. Угу. Ладно, та, если, может, пьяная была. А эта-то трезвая девка. Вот Ивонна жена. Ну вот мы зашли, смотрели. Че, вот так же в копоти все. Вот. Просто видите, здесь не горело ничего. Вот начало немножко тут гореть. Ну я видел, прокоптилось. Прокоптилось все это. Ну порядок тогда здесь был у них, все красиво было у них, все сделано, поплавилось, видите. Пожарные быстро приехали, да? Да, быстро, как говорят, быстро приехали. Фонарик вот еще Костян. Костян, забери его документы, он искал с ней документы, Саня приходил. Какой-то договор, страхов какой-то не мог найти. Он пьет, расстроился, пьет. Дурак. Все можно хоть. Значит, говорят, поджог, да? Да, говорят, там бутылку какую-то, не знаю, правда, нет. Ну это эксперт приезжала женщина, я видел ее. Ну что она сказала, я не слышал. А вообще часто здесь сгорят дома? Так вот, тут второй сейчас следом этот. А до этого еще что-то где-то тоже там это загоралось и потушили. А сейчас потом сгорел вообще капитально. Понял.